Александр Лемешев. Подчеркнуть, что чтобы овладеть этими навыками, не обязательно выпивать содержимое всех этих бокалов. Огромное спасибо. Александр, скажите, мы все заметили, что вы вот так макали рукой в бокал, где вода, или там не вода? Там обычная вода, это для... простая, из крана. Для того, чтобы звук был чище и... Да, для того, чтобы звук вообще просто появился, нужна обычная вода. Вот таким нехитрым способом извлекает звуки Александр. Давайте послушаем мнение членов жюри. У меня тоже вопрос. Стекло этих бокалов, это обычное стекло или закаленное, или хрустальное стекло? Какое? Это обычное стекло, это не хрусталь, это просто стекло. То есть практически войдя в любое кафе, в любую, извините, столовую, в любой бар, Саш, вы можете так, собрав энное количество стаканчиков, нечто такое вот музыкальное изобразить, или я ошибаюсь? Ну, не так быстро, но что-то очень скромное вполне. Удобное. Удобное увлечение, я бы так сказал. Ну, я лично, поскольку я уже, как бы, перебив Татьяну Никитичну, заговорил, я, в общем, считаю, что ничего не мешает нам наслаждаться в полуфинале этими звуками. На мой взгляд. И вы говорите «да», да. Александр Васильевич. Большое спасибо. А что же у нас скажет Татьяна Никитична? Вот нам же отсюда не видно, а вы говорите, Гарик, что окунал пальцы в воду. Да. А. Вот рука, которая предназначена для извлекания особо тяжелых звуков. Вот так это происходит, да. А, поняла, поняла. Не, я могу сам попробовать, если вы мне доверяете. Я, конечно же, этого не делал никогда в жизни. Нужно, чтобы кожа немножечко размокла, то есть может не сразу появиться звук. Надо ждать сутки. Не расстраивайся. Нет, не сутки. Гарик, я думаю, что не будем несколько сутки ждать, секунд. Гарик. А у меня вопрос, можно? Музыку кто написал? У Гарика получилось сразу. Музыку, которую я исполнял, написал Ричи Блэкмор. Вот написал Ричи Блэкмор. Второй кусочек, это было очень известное классическое произведение. Иоганна Себастьяна Баха. Гарик, я считаю, что поскольку жюри практически изучило вопрос досконально, давай перейдем все-таки к результатам каким-то. Хорошо, да. Ждем вас в полуфинале. Да, говорит Татьяна Никитична. Ольга, вы новичок в нашем жюри сегодня, поэтому ваше мнение особо важно вот насчет хотя бы первого номера сегодня. Мне очень понравилось, что Александр даже успел два раза взглянуть на членов жюри. Это было очень так пикантно, я думаю, интеллигентно и в общем-то. Но мне это понравилось, потому что я увидела в этом такую легкость. За ней, я знаю, очень большой труд. И вот эта вот легкость, когда можно сюда посмотреть и здесь моргнуть, еще руку окунуть, в этом вот эта легкость достигается очень тяжело, но она здесь была, поэтому да. Да, говорит Ольга Прокофьева. Что же, Александр, если вам нечего добавить,
Я думаю, добавим в полуфинале. Я тоже так думаю. Александр Лемешев, город Санкт-Петербург. Ну, наверное, как любой человек, почувствовал какую-то большую-большую радость за то, что я прошел в полуфинал. Это была фантастика. Спасибо. Молодец. Саша, а с другими жидкостями не пробовал эксперимент? С другими жидкостями? Ну, главное, чтобы они были не очень крепкие, чтобы это не был крепкий какой-нибудь алкогольный напиток. Но самая хорошая жидкость – это вода.